Привет! С вами Александр, Алекс Диджей 77. И с нами тут Аренин. Аренин. Я вообще забываю его имя. Всем сегодня привет. Мы будем. Неважно. Да, неважно, ты забываешь мое имя, но главное 1.14 Майнкрафт. Мы будем сражаться против рейдеров. Да. Поэтому сейчас я сделаю новый мир. И вы, пожалуйста, не переглядывайте. И вот мы снова начинаем. Мы уже в деревне. И мы будем сражаться против рейда. И это мы. Это наш новый скин, который мы сделали в скин-сиде. Если вы знаете это приложение, то скачайте его обязательно. Оно очень крутое. И пишите в комментарии, как получилось у вас. А скачали ли вы или нет? Так, надеваем алмазную броню, потому что против нас будут драться очень сильные люди. Щит, лук обязательно возьмем. Ой, я скинул куда-то лук. А, вот он. Вот лук. Возьми трезубец. Нет. Бери обыкновенные стрелы. Нет. А вдруг на тебя зомби нападет, и эта стрела не будет... Нет, какой арбалет, ты чё? Кстати, из рейдеров выпадает арбалет. Зачем нам надо таскать с собой ненужную вещь? Меч. Обязательно меч. Обязательно берем меч. И топор. Топор нам, да. Иногда бывает, что в горе они вспомнятся. Кирку. Ой, что я? Ладно, кирку тоже возьми. Да. Топор и вот. Лопату обязательно. А зачем лопату? Чтобы землю ненужную выкопать быстренько. А, подожди. Еда. Какая еда? Где? Покажи. Так, вот. Так, это не то, что нам нужно. Нам нужна золотая морковь. И не здесь он. Да, я знал. Золотая морковь. И возьмем вот эту яблочку. И все. Золотой арбузик. А кто это? Так это кто лама. Ты такой идиотка? Это лама. Он добрый. О, ты едешь на нем. Ладно, бери стрелу. Вот она. Зачем ты бьешь ламу? А, кстати, там и наш железный голем. Голем, здоровайся. Не стреляй в него, он наш защитник. Да? Да. Он нам помогает драться против рейдеров. Да, и сейчас я тебе покажу, где находится дом рейдеров. Давай, ты говори, я пойду. Вон, за этой горой. Вот тут. Алекс, ты согласен, что я буду драться против рейдеров? Нет. Ты как бы не очень хорошо от PvP. Тебе могут убить. Нет. Кстати, давай сейчас на всякий случай. Будем сражаться вместе. Как мы можем быть вместе, если мы играем одним игроком? Так, это. И нам нужен какой-то дом. Вот, например, вот этот, да. Если в нем есть кровать, то нам невероятно повезло. И, ну, после смерти можем тут соспавниться. А, нет, это не тот дом, который не нужен. Вот тот дом, который не нужен. Они такие звуки издают. Согласитесь, что эти звуки смешные. Ну, знаете, что потом будет? Из рейдеров будет выпадать много изумрудов. И когда ты получишь знание герой деревни, они будут дать тебе скидку. Так, это вам будет неинтересно, поэтому... И вот начался рейд. Пожалуйста, Ари, скажи, что мне надо делать. Ты должен убить того рейдера, у которого флаг на голове. Где он? На самом верху. Вон он! О-о-о-о! Простите, мы все типа отключили выживание. А я-то думал, почему эти... Они нас атакуют! Ой. Секунду, это креатив пока что. Спускайся, ну-ка, немедленно.
спускайся. Сейчас я... Манису тебе в удобное место. Что там? И поставить... О, чуть не свалился. Значит, настройки. Вот так. Пошли! Ту-ту-ту! Кстати, во время разорителя буду драться я, потому что я как бы лучше дерусь. Эй, а вон он! Вот идиотка! Да я все же... Ну, видишь, я же говорил, что Арара не профессионал по PvP в Майнкрафту. Вот, вот, кстати, наш плохой, плохой омен. Ладно, сейчас. Нам надо идти в деревню, и там и начнется наш трешак, да, Алекс? Да, а мы как можем? Подождите, сейчас мы вернемся. Всем, мы сделаем паузу на одну минуту, потому что наши руки уже устали. И мы хотим сделать вам сюрприз. Сейчас увидите, как мы будем готовы. Всем, ну, сейчас будет другой кадр. Всем пока, на временно. Пи-пим-пим. Ну что ж, ребята, мы вернулись. Сейчас я возьму эту земелька. Так, плохой у меня все еще у нас. Это радостная новость. До рейдеров меня далеко. Знаете, сколько раз я был героем этой деревни? Да. Именно это. Ой. Не трать мое время, земля. Так, находим источник этой воды. Вот он. Я нашел источник. Черт. Я нашел источник и потерял свой. Ладно, потому что у нас здесь лопата. Останавливайся. Ой, что я натворил? Ну ладно, сейчас да начнется рейд. Опа, начинается! Алекс! Подожди. Алекс! Подожди, ставим на паузу. Вот, сейчас мы вернемся скоро. Манаенчика, ну, гнумихиру. Началось! Я знаю, они с какой стороны. Вон, стой! Где они? А сейчас нам нужна вода. Вода! Вода! Мы не можем достать воду, пока не добудем Подождите! Железо. Рейд начинается! Нам нужна овца! В смысле овца? Мам, давай! Ты что, на ламе собираешься воевать? Дай я тебе покажу этих рейдеров, они сейчас разнесут нашу деревню. И будет поражение еще какое. Где вы? Вы! О, зомби. Зомбари там. Подождите, мы сейчас начнем. Мы ставим маленькую паузу и сейчас скоро начнем. Пим. И... Подождите, мы начинаем. И рейд уже давно начался. Подождите, сейчас мы взяли несколько вещей. Я же говорил, что должен... Там! Там отопленники! Беги на сушу! Скорее! Там уже один! Сейчас я разберусь со всеми. Остались два. Вода! Вон наш корабль. Да, я все разберусь, пока ты твои там группы. Ладно, давай, разберись.
Слушай, ты наш, ты не наш гость, понятно? Где они, а? Они же проникли в деревню. Ой, нет, какие фокусы ты делал, Алекс? Там зомбари! Я понимаю, что у нас там... Этот Мичиган не спит. Сейчас мы поспим. Когда будет день, из зомби до нас будет далеко. А вот на один рейдер. Ты через меня не пройдешь. Слушаешь? Все, хедшот, как говорится. Так, а где этот последний рейдер? Секунду. Значит, он где-то здесь. Где именно? А может, жители все-таки помогут нам? Жители не умеют драться. Драться умеют только железный клем. А давай позовем их. Давай, убивай рейдеров! Вон он там. Что с этой стороны, я, наверное, такой житель. Я думаю, это будет не так уж эпично. Но где этот дурацкий рейдер? Кто зебил? А, я слышу его. Я знаю, ты где. А там черепаха, а не рейдер. Так, сильно. Давай, убивай. А, вот он. Вот ты где, дурацкий рейдер. Да, убили его. Начинается новая волна. Изумрудик. Конечно же, мы их убиваем ради изумрудов. Это будут поворники. Где вы? А, вот вы где. А я вас замечаю. А вон там их поворник. Как нам поможет гриная плоть? Зачем ты убрал лук наш? Надо разобраться с этим поворником, тем дурацким. Он атакует жителя! Он убил нашего жителя! Поворник, тебе я сейчас... Какой этот дом за то, что убил нашего жителя? А вон остальные. Ну что ж, кто первый? Меня окружили с двух сторон. Да. Приятно сказать. Они не понимают, что они друг друга отстреливают. Что ж, первый. А вот и наш последний гость. О, кстати, там изумрудик валяется. Иди сюда. Сколько золота? Тут до нас будет 5 волн. Слушай, погоди, топленники на меня не напали. Что ж. Предпоследняя. Это последняя. Предпоследняя.
где он? Ну-ка. Перестань, я их быстро найду. Покончу с ними. Где они? Другие идут вот с той стороны, значит... Неужели они в горе? Ну, со мной так было? Они рождались в горе. Давай на ламу! Сейчас на ламу сядем и их найдем. Давай ламу убьем. Нет. Я тебе представил, с какой они стороны. Да, я понял, они с какой стороны. Это жители. Если будет разоритель, это будет не круто. Ну, короче, как бы я пропал без разорителя. Если это будет вызватель, то это вообще не будет круто. Ну-ка, где вы? Так где же вы? Где райдеры? Вот мне не нравится эта горная деревня, потому что... Тут горы, мало ли где они заспавнились. Я близок. Что ты делаешь? Нажимаешь на паузу? Нет. Хочу посмотреть, сколько час. А, ладно, давай. У нас есть только 18 минут. А потом я должен идти домой. Вон, что ж, на этом мы будем заканчивать. Выйдет обязательно вторая часть рейда. Обязательно ставьте лайки, насколько вам понравилось. Они точно в горе. И всем пока.